Режим работы фонтана в областном центре изменили. Теперь они будут работать 6 дней в неделю вместо 3, как это было в мае. Согласно новому графику, водные комплексы будут радовать гостей и жителей города со вторника по воскресенье. В понедельник фонтаны будут отключать на профилактику. Время работы водных каскадов тоже варьируется. Со вторника по четверг с 18 часов до 10 вечера. В пятницу и в выходные с 10 утра до 14:00, а затем с 18 до 22 часов. А вот в праздники искать прохлады возле водных комплексов можно будет весь день без перерывов.